Всех приветствую в очередной серии прохождения этой красивейшей, красивейшей игры Ори. Нам сейчас очень далеко пилить. Вы помните, в прошлый раз я смотрела, у нас очень далекий путь. Нам придется сейчас идти обратно, да. Здесь потому что больше уже чего не взять. Там, наверное, сплошные шипы. Не хочу рисковать. У меня хорошее полное здоровье. Эха. Так, там где-то лучи были, поэтому... Крайне аккуратненько мы. Ага. Спускаемся. У-у-у. Так. Ай-я! Как же это крайне аккуратненько получилось, вообще неаккуратно. Чтобы избежать первого луча. Ой, второго. Нарвалась. Давайте сохранимся, чё уж. Так. Вот так вот. Так, тихо, спокойно. Тихо. Тихо и спокойно. Идем еще ниже. Угу. Так, подожди. Тихо, 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 тихо. Тихо! У меня иногда, да, бывают, ребят, почему-то... так вот. Непроизвольно. Ах ты, паразит. Все, улетел. Непроизвольно бывает, что я раз и как бы делаю быстрее. Нажимаю. Хотя нафиг это не надо делать. Ну вот так вот. А, я помню, там место это с воронами. Можно достать часть карты. Фу. Ну что-то у меня нет желания. Честно говоря. Тихо. Ах ты! Спокойно. Спокойно. Ну-ка. Отвалите, мистер. Вот так вот. Текс. Еще вниз. Да, тут это путь к воронам. Мы не пойдем к ним. Ах ты, паразит. Посмотри-ка, он у меня в полете умудрился. Плюнуть. Вот самые, наверное, мои нелюбимые эти враги. Вот зеленые. Блин. Он еще внизу. Так, далеко вниз-то нам. Да. Значит, большое пространство. А тут каким-то макаром мне бы хотелось попасть вот туда. Каким? Если только пролететь от стенки. Ну, а посмотреть. Попробовать. Так, да-да-да, я вижу тебя. На тебя. Ух ты, вы получили очко у меня. Давайте сохранимся, попробуем посмотреть, что там нужно нам качнуть. Веточка эта у меня уже полностью вся. Здесь два надо мне, да? Увеличивает мощность духовного пламени. Ах ты, паразит, смотри, как он может меня попасть. Да ты что, совсем что ли страх потерял? Улетел. Обалдеть. Слушайте, какие они наглые. Так. Тихо! Ай-я! Отвали. Ой, спокойно, малыш, спокойно. Тихо. А! Жесть. Сложно. Но ничего, ничего, ничего. Птица пошла вон. Да какого... Какого лешего происходит? Тихо. Ага. Да ты чё? Ты чё, обнаглела? Летит и летит за мной, слушайте. Ух ты! Ой, как все плохо-то. Вау, 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 вау. Ай! Ну отстань! Дурная птица. Фу! Я где? Я там, где надо. Ой, сохраните меня, пожалуйста. Ага, тебя мне не хватало. О, да. Так, он плюнет. На, держи. Вот так вот. Как здорово. Убивать их. Их же...
собственным оружием. Так, еще сохраняемся. Здесь наверх уже идти некуда, но там у нас будет петелька, в которую можно попасть, да? Можем уже... Ай-яй-яй-яй-яй! Офигеть! Что за беспредел вообще творится, а? Ну-ка. Я боюсь, что он меня... Плюнет! Шел ты вон. Нет, а, умерла. Я хотела посмотреть, что там в этой петельке. Хорошо, что тут сохранилось. Я сейчас убью его, чтобы он меня не смущал. Да. Отвали. Так. А там ничего, походу, нет. Ну-ка. Или есть что-то наверху? Ага. Нет! Когда-то было, но я, видимо, взяла уже. Хорошо. Теперь мне там наверх. Здесь есть еще какая-то дверь, которую надо бы прошибить. Посмотреть, что там за ней. Эх, так. Тихо! Ах, вы паразиты, а. Ох, жесть. Ой, в птицу попал. Прости, дорогая. Так. Ну что, слетаем? Посмотрим. Что это? О, шикардос. Сосуд умений. Давайте-ка качнем. Я хочу посмотреть. Погасить пламя. А это что? Больше предметов. Нет. Качаем. Следующее. Увеличивает радиус действия урон. Топота. Топота. Не знаю, насколько нам это необходимо. Топот вроде как у меня нормальный. Так. В общем, вот здесь проверим, а там потом дальше в ту степь погоним. Дверку надо проверить. Аккуратно, птица. Пошла вон. Задело? Ах ты, паразитка. Так. Мне это не прошибить. А там что за дверью? Угу. Мне же это не прошибить, правда? Нет. Прошибить. Здорово. Сосуд умений. Опять одно есть. Я прям хочу сохраниться на этом эпичном моменте. Так, здесь вниз. Там вода. Все понятно. Идем. Аккуратно. Ох, ты паразитка какая, а? Ты посмотри на нее. Все-таки коцнула. Зараза такая. Совершенно неожиданно, что появляется здесь птица. Тихо. Мне вниз. Ага. Буду записываться как можно чаще, потому что путь дальний, дорога дальняя. Так. Вау, пираньи, пираньи, я вас помню, помню. Да? Этого нафиг. Просто оплыву. Хотя... Очки умений, да? Лишние. Пошел ты. Так. Вот так вот мы его наказали. Так. Потом вот сюда. Там снизу мы не пойдем. Хотя там всего... Ну, из-за этого не пойдем спускаться вниз. Да. Тут поверху проскачем. Ах ты, паразитка. Давай. Коцает, что ли? Я думала, если на голову не упала, то ничего не будет, как бы. Фиг там. Добить. Срочняк. Нет, 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 дорогая. Ничего у тебя не выйдет. Так.
Здесь надо как так макаром экстренно проскакать. Там, наверное, еще есть птички. Да. Спокойно. Так. Смотрите-ка. Ой, возле дерева этого так красиво. Пошли. Кстати, я ничего нигде не забыла часом. Там дверка была. Ага. Ладно, хорошо. О, вот здесь можно сохраниться. Здорово. Восполнились полностью по максимуму. Ну и бежим. Бжим-бжим-бжим-бжим. Здесь. Поверху. Окей. Подозрительно, нет врагов. А, вот. Как же нет. Очень даже есть. Да ты что-то подгребаешь-то ко мне. А? Так, там в той степи у нас ничего нет. Взяли, да, уже, кажется. Так, они не должны, по идее, до меня допрыгнуть. Так. Здесь еще, наверное, да? Да. А, нет. Подождите. Я там не обследовала, кстати. Дайте глянем. Мы не были же здесь? Ой, ну да, конечно. Пошла вон. Там дверка, паук, что там? А, нет, это с другой стороны. Вот тут что. Класс, сосуд умений. Ха-ха-ха. Сейчас мы так прокачаемся к концу игры. Ухо-хо-нюшки. Сейчас я где-нибудь сохранюсь. Вниз и вбок, окей? А, да. Проклятие. Да пошли вы, пошли нафиг. Не надо было эту брать штуку. Ну да ладно. Так. Это тоже разобьем. Что там? Пока спокойно. Здесь вниз. Давайте качнемся. Заодно восполним. Так, да. Увеличит радиус действия топота. Следующее. Использование духовного пламени. Радиус сильного пламени. Так, прежде. И поражать духовный пламя 4 цели. О-хо-хо. Здорово. Здесь тоже два. Ну окей. Тихо. Так, о. Ну, а, ну как так можно было убиться сразу, а? Вот. Ну только со мной такое бывает. Почему так неаккуратно? Проклятие. Ну-ка, кышит сюда. Так, тут-то ведь мы можем оплыть все эти дела, да? Под водой, собственно, или проскакать. И подняться наверх. Там у нас... Так, подожди, давай-ка попробуем. Там еще пиранье. Там у нас, по идее, очко умений. А где? Вот здесь где-то. Блин, плюется там паучок. Проклятие, а? Пошел вон. Я хочу вот эти штучки. Дайте, дайте, дайте. Так, стоять. А как взять? А, поняла, поверху. Все, поняла. Тут надо зайти наверх, там пробить. Фух, так, подожди. Поняла-то, поняла. Сейчас. Раз сделаем. Так, держись. Стоять. Дальше как? Перепрыгнуть. Там, по-моему. На-на-на-на-на. По-моему, не достать. Ну ладно, попробуем еще раз. Все-таки. Мы же хотим качаться, правда?
Стоять. Так. А если попробовать туда долететь? Ну-ка. Вот в том направлении. Ух ты! Смотрите-ка. Нормально так. А здесь чего? Да! Секреточка моя любимая. Нашли ячейку жизни. Все круче и круче. Так, смотрите. Здесь была такая секретонька. Как же нам туда попасть? В принципе, недалеко лететь, а по идее должна смочь. Но тут я, наверное, знаете, что, башкой долбанусь. А в шипы. Чем-то мне так кажется. Ладно. Может, мне как-то... Ай-яй-яй, нет! Да, конечно, ты меня уже увидел. Так. Ну, я же говорю... Короче говоря, я не представляю, как туда попасть. Так я головой бьюсь. С той стороны тоже шипы. Вот каким образом? Так, в общем, нет. Не знаю я, как там попасть. Потому что бьется он здесь головой. Здесь ни ветра, ни там подстрелить. Ни за что, не знаю. Пойдем вниз. А, пошел ты нафиг. Мы тебя не знаем. Да-да-да. Ух ты! Как меня шибануло-то хорошо. Дайте, дайте. Так. Сходить, может, посмотреть, что там внизу. Вдруг опять ячейка жизни. Давайте сбегаем. Тут же уже можно как-то пробить. Не топа там разве? Ну-ка. А чё? Этим надо было пробить. Ну, блин, это сейчас опять эту штуку надо тогда, чтобы она там треснулась. Треснулась, нет? Там-там-там, тара-тара-там. Она не появляется. Я хочу туда пройти. А чё? Как? Вот мне тебя взорвать. Там паучок висит. О, здравствуйте, я не тебя хотела. Чтоб треснулся. На, держи. Мне там надо эту... другую козявку. Давай. А, да. Так. И чё, нет? Она просто пиу и всё. Короче, как это открыть? Я не понимаю. Так. Тихо. Итак, я прыгаю только прямо. Короче, это должен быть, наверное, знаете, что, рычаг какой-то. Иди-ка отсюда. Так. А может быть и нет. Ну, в общем, во всяком случае, мне наверх. Здесь тоже есть необследованное место. В общем, ну да, здесь, представляете, вот тут можно собрать. Здесь. Тут есть одна, чтобы качаться. Ну, мне лень. Серьезно. Мы сейчас с вами вот сюда пойдем. Прямиком в эту закрытую локацию. Так. Мне, значит, наверх. Окей. Ага, полетели, полетели. О, подожди-ка. Да. С той стороны, значит, она...
Там, где я не понимала, как попасть. Ну и там я так и до сих пор не поняла, потому что там с двух сторон шипы. Без понятия. Так, иди-ка сюда. И нам прямо, да. А можно подлететь, посмотреть, что там есть. Или он не подлетает выше. Все? А, да, 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 хочу. Вот, отлично. Сосуд умений. Здорово. Так. Это все очень хорошо. Идем дальше. Пошла нафиг. Мне бы еще одну. И... Да-да-да. И мы качнемся еще там по ударам. Да иди ты нафиг. Что ты за тварь ты такая? Ну-ка. Куда она делась? Все? Тихо-тихо-тихо, мелкие еще остались. Блин. Все время путаю их, потому что здесь сразу, получается, летят эти бонусики. Так, ладно, мне тут наверх. И они тут скачут. Ну-ка. Да, свидос. Так. Красота какая. О, это этот зеленый монстр. Блин. Так. Я сохранюсь, потому что он меня, помню, убивал тогда и не раз. Ой, что это было сейчас такое? Укатился? Ну, слава богу. Так. А там что за дрянь? Что это? Я помню, я из-за этого дальше-то не пошла, да? Уже фигня какая-то. Хотя я дальше бы нет, прошла. Что она делает? Ага. О, поняла. Ну вот так это сделаем. Тихо. Что за... Побежали, побежали, побежали. Ух ты. Видели, что там есть? Да пошел нафиг. Там есть... Да ё-моё, что меня тут все убивают-то? Ячеечка. Как ее взять? А, мы можем ее еще взять. Ну, отлично. Прекрасно. Это что? Кто в меня плюет чем? Так. Сохранимся. Ну и попробую я пойти посмотреть, что там творится. Ага. Так, эту дрянь чем должна я, по-вашему, убить? Ай-я-я! Оп! Здорово. То есть, а если я от нее оттолкнусь? Ну-ка, попробую. Давай. Так, летим, летим, летим. О, старые приятели. Пошел он. Так, ребята. Чё, как мне её? Ну-ка. Вот так. Я там еле проскочила. Ну да, без последней возможности тут вряд ли пройдешь. Хочу еще вниз и хочу наверх. Мы почти пришли с вами. Так, хочу наверх это как осуществить? Подождите. Да ё-моё. Что ж такое? Здесь я пойду вниз, это я поняла. Так. Ага, понятно. Там должна быть наверху, значит, такая же дрянь. Ну уже, тварь, плюнь ты в меня, как в родную. О, убилась сразу. Короче говоря, туда очень сложно попасть, но, возможно, там ячейка жизни. Да почему ты
прыгаешь ты прямо на лаву. О май гад. Да. Понятно. Короче, нет, ну его нафиг. Я схожу вниз. А, там вот можно по этому, может быть, пути попасть. Здесь никак. Ладно. Ну вы меня поняли, там есть такой небольшой путь. Чё? Опять не так. Не работает. Прикиньте. Не пройти, что ли? Ладно. Не пройти. Что за фигня? Почему там дерево не ломается? Странно. Так, а здесь обойти, попробовать как-то. Там попасть наверх тоже никак. Ну-ка, туда. Тьма привела их в это проклятое место. Подожди. Сюда. О, ну конечно. Пошел вон. Обрадовался. Это какой-то камень. Ага, я вижу, кто там. Через него перелететь туда получится или не получится? Посмотрим. Что-то я так оставлю пока. Подождите. Я хочу сохраниться, потому что я сейчас начну косарезить опять. Давай, давай. О, да. Вот что здесь. Так, все. Ага. Мне нужно каким-то образом еще в то углубление попасть. Так, подождите, вижу, вижу. Вижу, вижу, но только как попасть. Уф. Так. Тут мне не спрыгнуть. И туда очень сложно долететь. Давай, что, поможешь мне? Эй, алло. Плюемся? О! А внизу, кстати говоря, есть эта фигня. Так, подождите. Вот эту фигнюлечку берем. Опять-таки сохраняемся. И там вот, если это меня отпулит. Давай, плюй! Давай! Ну! Что-то она долго тормозила. Ну-ка, может, вот это меня спасет. О, да. Ой-ё. Вот что я нашла. Супер. Ячейка энергии. Подождите меня убивать, а. Я с таким трудом сюда шла. Так, у меня одна. Ну что же. Ради этого стоило бороться. Там внизу еще, конечно, блин, что-то никак я не понимаю, как я должна туда попасть. Ой, отвалите. Летим! Ой! Ой-ой-ой-ой! Пошел. Нафиг! Эй, пока. Все. Идем. Пишемся. Дальше-то куда? Ага, я почти дошла. Так, тогда начинайте как вот так. Отлично. Ворот горы Хору было принято сложное решение. Какое? Идем внутрь, да? Я представляю, что нас там ждет. Источник тепла Нибеля, его слава отгорела. Ори, если мы войдем туда, то уже можем не вернуться. К
Короче говоря, если мы туда войдем, то все остальное нам будет не собрать. Вот так примерно нас предупредили. Что, сохранимся на всякий случай, да? Пошли. Гора Хору. Опасное местечко. Элемент тепла близко, но гора. Я никогда не видела ее такой. Мы так далеко зашли, так много потеряли. Отступать поздно, надо вступить в бой. И меня здесь сохранили. На этом, ребята, пока попрощаюсь. Я чувствую, будет очень жарко. Это, видимо, уже последняя локация. Финал не за горами. Что не может меня не радовать? Я убила тут все нервы. Но в то же время рада, что играю в эту игру. До следующей серии. Не забывайте поставить пальчик вверх. Всем пока.